А ты драки? Видел там, да, там черная херня. У нас так же. Это всегда будет, да? Ну, со временем. 95 градусов. Ваш партнер по строительству. Ты куда прешь-то, блядь? Минута столица, погода с переменной облачностью. Че? К вечеру сидучка еще одна местами небольшой дождь. Ты че, куда едешь? Давай 16. Давай. Шиби, блядь. Мы предложены еще 30 лет назад харьковским инженером Полем Райкиным. Тут вот очень важно, господа, вот я к московским властям обращаюсь официально. Когда будете делать крытую велодорожку, то есть не замыкайте ее сразу, как велотрек в Крылатском. Понимаешь, они же может так строить, бум, замкнулось. Это когда что-то были все довольны нам на пятом на Тверского поля. Надо будет через Тверскую где-нибудь круг дать. Понимаешь? Легко. Очень, господа, прям, пожалуйста, повнимательнее с этим. Короче, друзья, хотим с вами обсудить эту перспективу. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения слово «Вести». Номер наш работает также на прием ваших звонков и соображений 232-15-59. Наконец, наш сайт radiovesti.ru. Пожалуйста, заходите и на форум пишите. Слушай, подожди, а получается, что вот крытые отапливаемые дорожки, ну вот именно крытость их и отапливаемость, это вот попытка с нашим московским, не самым благоприятным большую часть года климатом, совладать каким-то образом. Ну, что-то типа того. Ну, конечно, совладать, естественно. Ну, потому что есть смысл, так сказать, делать велодорожки, если они будут хоть какую-то микрорентабельность иметь. Mm-hmm. Если ты сделал велодорожку и знаешь твердую, что лежишь 72 года, она будет лежать, а не лег 3 месяца летом. Дурне чи що? Я тебе ще схапну. Як ти їдеш, ти, блін, баран? Що ти робиш? Що ти? Що ти? Гандон, блядь! Чё ты, блядь? Чё гандон, блядь? Ты гандон, блядь! Давай ГАИ вызовем! Баллончику положи, ты ебал! Давай ГАИ вызовем! Баллончику положи! Биту положи! Выходите с баллона, придрёшь! Биту положи! Что ты делаешь? Давай ГАИ вызовем! Давай вызовем ГАИ! Все, вызываем ГАИ!
Вызовем ГАИ сейчас! Да пошел ты! Thank you.